пошел. Доброе утро, мальчики мои. До скольки же мы спали, пап? На коровы сдохли, свиньи повесились, петухи стали нестись, потому что сельхоз люди встали в 10 часов. Да, кроме меня, я в 10 часов. Так ты и встал. Тут у бабушки какое поздравление. 169 лет, Таница Камышеватская, и бабушку поздравляли. Либо какой-то, да, физкульт-минутки. Афоня, доброе утро! Риша, ты давай быстрее! Берите, берите, кушайте. Давайте, я вам сейчас все наложу. Можно стол туда тебе засунуть. Садись, мясо, вареники. Афоня, тебе помочь? Это не уродина. Какая красавица. Найда, это вот это бегает, вот это на месте. Прикольная. Она особенно еще... Спала ночью со мной. Маманя пришла, я маманю так за плечи. Она на меня бросается, как ты грелась? Ты грелась, собака? Ты свет нашел? Ты кому звонишь, Афоня? Вот это после бури. Алло, мама! Алло, ты кому звонишь? Это Камоля. Да? Я пойду на улицу. Ты здесь будешь с бабушкой? Главное не мешать. Да еле тебе, бабушка. Нет, пошли. Сказали, сейчас пойдем до бабы Тони, там орехи соберем хорошие. Кто это тебе сказал? Бабушки покомандовали. А у вас орехи есть? Ну вот, они же сказали, себе собирайте. Так вы все, прям дерево будете спиливать? Бензопилу. Ты там привез, и это. Я давай тебе... бензопилу мне. А для чего тебе? Да с мамой из комнаты выдала, а мы сюда купили. Так, дедушке в баньку, да? Что, все справедливо. Все справедливо. Оттуда выдала. Дедушка же отвела. Новый телевизор, да? Мама, мне еще один есть, конечно. Да. Колбаса у дедушки, все как надо, да? Там это, там фасоль у него есть. Дальше. На этом орехи все? Я уже потом. Давай тачку, сейчас будем дрова с тобой складывать. Давай скорей. Сам-то потянешь или тебе помочь? А, помогать? Давай. Тяни, тяни, давай. Давай, помогать. Афонина любимая тачка. Давай сейчас будем складывать. Ты подкатывай, хорошо? Я буду закидывать вот дровишки, ладно? Все распилил. Вот, Фоничка, на. Толкай. На. Толкай. Вот туда, вези. Вези, дедра, вези. Все, пошли. Дом это был тоже Сережин дом, мы его продали. И переехали в свой дом. Забор еще мы с ним красили, с родителями. Это я не знаю, чьи Башка с Дежкой. Тут раньше Дежка Леша с Башкой Галей вот этот дом построили. Да, мы же его потом продали, чтобы переехать в наш дом. Давно ободрали бы вот этот серий. Сейчас еще вот 50 лет.
В общем, сейчас буду собирать здесь орехи. Мама, да? Куча нападала. Будем дома потом чистить. Так, насобирала я пол ведерка орехов. Сейчас идем смотреть, где там наш папа. Не надо, мам, пошлите туда, на дым. Пошли, Антоша, пошли туда, на ту сторону. Если вас отрыть, то с той стороны надо. Угу. Пошлите, дети, за Григорием. Айва! И варенье очень вкусно. Покажи, что ты тут знаешь. Антоша, ты куда? Антон Сергеевич, не лезьте, пожалуйста, на айву. Я вам скажу, когда тужится. Все, завалилось это дерево. Да, и сразу завалилось, да. Хорошо, хоть не на до. Ну да, она же куда наклонена, прям туда-то была. И вот это давай завалить. Терон, ты мой. Никуда туда нельзя, никого. Пожалуйста. А ты вот сюда, остановись. Держи себя. Я Гриша. Я лучше сяду. Не, вот сюда, Гриша. Да, вот так. Ножку одну сюда. Масло. Масло. Так, все, давайте следующее валить. Все, я все. Вытянули? Все ему этому папе не так, да? Да нормально. Почему? Да. Что так зацепилось? Он потом уже взялся сам. Не, ну а в техникуме у него... У тебя же красный диплом в техникуме. Да, а в техникуме да. Даже красный диплом. И 9-й, 10-й класс, и 11-й. Ой, ну а что, плохо учился, что ли? Ну, ходить стал, до репетитора она и стала ставить. Ну, я не знаю, ставить, не ставить. Да, ну... Занимались, просто делали. Ой, там 3 или 4 тройки на... А вот 9 троек, 11 класс. Да? А 9-й, 13. А, это я ехал с Крестиной матерью. Он... Чего дальше? Пойдемте. Да, она насчет, вот это вверх, помогай. Да, я иду. Что? Тревоги не сломала. Тянуть, скажи. Пиляли-пилили, да? Слева цепь с бензопилы, да? И там чуть-чуть осталось, сейчас все будут тянуть. А папа кидает. Да, надо идти за ключом, да? Да. За ключиком надо идти. Мама, не сливай. Мама, кто? Ну что, ты сделал? Да, пошли тянуть. Надо больше, ну, пошлите. Пошлите тянуть. Все, дедушке бардака навели. Выполнили, да, план. Да. Да, тут мы даже виноград сюда. Зато по деревьям. Угу. По обваливанию дерева. Ну да. Блин, так. Если... Как будто на детском аттракционе, да? Куртка, я надеюсь, целая, сынок? Ну, как бы не делать. Ну, как бы постирать надо. А у меня целая. Да? Я тогда сладкий. Сладкий? Лови, я хочу. Держите. Держи, Антош. Или мы тебе обещали, я не помню. Афоня, ты выспался? А что вообще обещали? Кто что?
Так, все, мы домой собираемся. И перчик взяла у башки Гали, посадим, чтобы рос. Вот такой вот маленький огонек. Да, учитывая, как... что мы никто не едим острый перец. Ну, будем начинать. Ну, надо же когда-то начинать. И орехов же насобирали, сейчас пересыпем. Что вы там тянете? Не свои? Яйца? Родители там ломают. Да, на каникулы приезжайте на неделю. Каникулы наши, быстро посетите. Много может что сказать. Сезон рыбалки. Это башка Тая дала вам на сладости. Ничего. Так, детки, только пристегиваться. Да, вот они. И шлепки еще какие-то, это те, что бабушка тебе. Что я это, вовремя приехал. А там еще. А еще же где-то у нас наши по 500 рублей. Да, да. Давай, мой бжачик, давай. Ты самый взрослый у нас уже. Держи краба. Держи краба. Так, мы уже на заправке в Каневской. Сейчас где-то 8 часов. Так что нам еще осталось где-то час ехать. Может быть, чуть побольше. Будем уже дома. Дети спят. Я не сплю. Ты уже проснулся. Сейчас заправимся на 1000 рублей, потому что нам еще и завтра же кататься. Завтра танцы, карате. Все, мы дома. Ура, так иди сразу вещи туда. Неужели мы приехали? Ты так этого ждал, да? Так вот мы приехали. Да, вы тут моетесь? Да. Давайте. Скольголева моя. Так, ну что, мы ложимся спать. В общем, всем до завтра. Всем пока-пока. Потому что завтра опять рабочие дни. И все по новой. Но это очень здорово. И я уже на этой неделе жду новый объектив. Очень-очень жду. Надеюсь, уже скоро придет. В общем, все, всем до завтра. Всем пока.